Сегодня у нас 20 июня 2017 года. Володя снимать будет. Вот, сестра Галина у нас, Александровна Загуляева. Да. Постряпала хлебушек. Как он красивый, вкусный, запахом. Говорит, Наташа убирает. Ох, что видеокамера не передает запахи. Шикарный. Да, что шикарный. Меня, видишь, какой шикарный. Это потому, вообще, что на нас нарали. Нарали? Не, на меня не надо. Какой здоровский. Лови, Наталья. А щепой попробовали? Ну, ему надо немножко посидеть, ему еще 30 минут, это маловато. Ну, сейчас дойдет, мы его закроем. Вон там что-то. Смотри, когда стоит. Ребята порядок наводят. Давай, смотрю. Русская печь. Как печка называется? Русская печь. О, вот, смотри, какие гром и молния. Вообще. О, красавцы. Хлеб громовержец. Сегодня была гроза, дождь. Сегодня это мой дебют. После трех дней пекла. У нас пекло продолжается, но хлебное. Хлебное, да. Хлебное, полезное пекло. Начальник сказал, перейдем. Мы живем весело. Да. Хлеб сами печем. Под громом и молнией. Тоже бегаю. О, вот этот поджарился хорошо. Тут он на кончике этого написано. Сначала это. Вот это. Сколько форм-то? 7? 7. Да, это прилипло на нем. Это Владимир Александрович. Под жарку, я как не знаю, где у бани. Как правда, они все наши. Там же есть жировые тряпочки. Убери вот эти булочки. Горишь? Горю. Ой, какой хлеб. Вытрясешь? Саша будет в шоке. Я жду, мы покупаем. А у вас разве русская печь есть? Нету. Вот. Ты взяла, я его не могу оттуда. Надо чем-то взять. Надо стукнуть сильнее. Стукнуть мне страшно по столу. Страшно. Ну, погоди его немножко, хоть остынет, сынок. Можно. Последнее. Металлическая, конечно. Форма это дюре, алюминь, пищевые. Металлическая? Тут даже испытать не надо. О, все, вот это какая. Это самый первый пошел в печь. Чуть ли не килограммовый, наверное. Вот этот? Видишь, какой толстенький. Вот эти румяные вещи, они с боков и снизу, не белые. Где-то побелее были. Эти с боков, да, стояли? Да. Да. Ну, они самые первые же в печь пошли. Скорее прибиваете пока. На, сынок. Идет дождь рядом. Все, иду. Иду. Давай, показывай тебе. Я показал уже. Далее, сейчас тут все тряпки. По всем правилам. Все, Господу, аллилуйя. Слава Христу. Да, слава Христу. Мы так когда шли по полям, видели, ливень идет прямо. Что там идет? Ливень идет, и очень большой. Ливень идет очень большой. Дядя Володя, хоть чем-то прижми. Мы так смотрим. Сначала было слабо видно элеватор, потом вообще исчез, потом вообще туман как будто покрыл все. Да, все, надо мне быстрее. Главное, это приближается, но у нас большой скорость. Заканчивается быстрее.